Сегодня весь мир отмечает День музеев. В современном мире их роль колоссальна. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, работники музеев ведут большую научно-просветительскую, образовательную и воспитательную работу. Поэтому поддержка музеев должна быть одной из приоритетных задач политики всех стран. Тему продолжит Марианна Кутукова. Ретро-машины, начиная от 30-х до 70-х годов выпуска, встречают День музеев без посетителей и буквально без крыши над головой. Музей истории автотранспорта Якутии сегодня вынужден представлять свои экспонаты лишь на разовых выставках из-за отсутствия собственного здания. Единственный раз, когда автомобильная коллекция была собрана в одном месте, был еще 2 года назад. В 2015 году музей находился 1 месяц в гараже на базовом переулке. Сегодня некоторые машины хранятся в Якутском автодорожном техникуме. У нас сейчас около 40 машин, из них 15 мы выставляли и проводили выставки в прошлом, позапрошлом году. Постоянного помещения пока нету, поэтому только такие одноразовые выставки. Кто вот занимается восстановлением? Ну, все в основном своими силами, на свои средства. Вот эту «Волгу» 60-го года выпуска собрали по частям из 4 машин. Бывало, некоторые запчасти находили и на свалках. Все эти работы с 90-х годов на чистом энтузиазме занимаются любители ретромашин. В прошлом году к ним присоединились студенты автодорожного техникума. Как узнал, что у нас открылся кружок ретро-авто, я сразу же пошел туда, вот к Ярославу Александровичу. Я по профессии учусь на автомеханика, но я больше здесь узнал этого, как ремонтировать машину, вот восстанавливать всякие эти, чисто из груды металла это получается. Вообще там этот вот человек лет по 15 собирает материал, на который нужно делать эту машину. Сейчас владельцы исторических автомобилей надеются обустроить гараж и музей на территории автодорожного техникума. Ну а в ближайшее время они готовятся представить свою коллекцию на выставке, посвященной Дню музеев. Оценить труд энтузиастов своего дела можно будет в эту субботу с 2 часов до 7 вечера на площади Ленина. Марианна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.